Итальянские специалисты в Цалендиха провели учения для фермеров и агрономов о обязательности учитывания итогов мониторинга в процессе борьбы против мраморного клопа и биологических особенностей вредителя. На мероприятии своим опытом и рекомендациями поделились ведущие итальянские специалисты профессор Лучано Тавелла и Матео Маспелло, которые в Италии осуществляют программу мониторинга мраморного клопа. Как говорят специалисты, для уменьшения популяции вредителя и для планирования соответствующих действий обязательно учитывать итоги мониторинга, потому что они показывают реальную картину. Параллельно с учениями в рамках программы мониторинга мраморного клопа запланированы практические работы. На встрече подметили, что в связи с методами борьбы с вредителем и современными подходами постоянно проходит обмен опыта с другими странами, проходят научные конференции и встречи, что обеспечивает внедрение методов борьбы с вредителем. Встреча с цалендихскими фермерами была организована Ассоциацией производителей фундука и Национальным агентством продовольствия. Когда эксперты первый раз находились в Грузии в конце 2016 года, среди них был профессор Лучано Тавелла, профессор Туринского университета. Одной из его рекомендаций была как раз разработка и осуществление этих мероприятий в Грузии. Здесь четыре основных направления. Это повышение сознательности населения, потому что включенность и информированность населения очень важна для того, чтобы правильно и в нужные сроки проводить мероприятия, чтобы получить максимальный эффект. Следующая рекомендация – это система мониторинга, и мы проводим это международными стандартами. Третье направление – это проведение мероприятий теми эффективными средствами, которые воздействуют на этого вредителя. Также нашей программой в текущем году учитывается усиление лабораторных возможностей. Будут изучены биоагенты и паразиты, которые регулируют популяцию мраморного клопа. В рамках программы мы пригласили очень опытных энтомологов, которые в эти процессы будут постоянно включены. Мы также сотрудничаем с агентством безвредности продовольствия. Обязательно, чтобы в эти процессы активно было подключено население и фермеры. Если мы сравним прошлогоднюю активность, она сильно выросла. В Италии осуществляем программу мониторинга мраморного клопа. Подаем нужную информацию фермерам для того, чтобы смогли контролировать свои плантации. Начинаем осуществление аналогичной программы в Грузии для того, чтобы смогли подать информацию фермерам и контролировать мраморного клопа.